анонс и дата выхода второго сезона сериала «Макси Гусь». Сериал позиционируется в двух жанрах – комедия и криминал. Дата выхода второго сезона сериала запланирована на август 2024 года. Главную роль сыграл Никита Калагривый, который ранее уже продемонстрировал свой актерский талант, снявшись в «Двух холмах». Главный герой раньше работал капером, а теперь ворвался в мир криминала. Ему нужно стать авторитетным лицом и заработать денег. Обычный парень, обычный рабочий, становится настоящим воротилой, отвечающим за поставку наркотических средств и работу закрытых заведений. За съемки криминальной комедии отвечал Денис Павлов, на счету у которого есть достойные работы. По словам Дмитрия Щербанова, работающего вместе с командой над проектом, некоторые герои из первоисточника заслуживают более пристального внимания. Дата выхода второго сезона запланирована на август 2024 года. Если вам понравился сериал и ждете выхода новых серий, тогда ставьте лайки, подписывайтесь на канал, жмите на колокольчик и будете в курсе последних новостей о новых сериалах. Спасибо за подписку и лайки.